побольше шума! Во! А вот и солнышко, друзья, а мы говорим, дождь, дождь. Это Владивосток, сегодня солнышко, через 2 минуты дождь. Это не 2 минуты солнышко, через 2 минуты дождь. Да-да-да. И снова солнышко, через 2 минуты дождь. Нормально, нормально. И еще чуть громче. Вот, 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 я вижу, что просто просыпается, солнышко всех разлучило, и мы продолжаем. Каждые минуты больше хороших. Нормально разлучилось. Я хочу напомнить, что все это мероприятие организовано Advanced Team. И партнеры, генеральные партнеры сегодняшнего мероприятия, это компания Sony и сеть магазинов шумоусловой техники «Домотехника», а также «Слава», «Сленерджи», которые снимают у нас замечательные видео. Много информационных партнеров у нас, которые отвечают, в том числе ВЛУ, в том числе «Сила-17». На самом деле это очень круто. Партнеров много, проверите центр, кстати, если хотите хорошо говорить по-английски, обязательно обращайтесь к себе. Чернышев, я Максим Каримов, вы где? Чернышев, двойка, Чернышев, поехали, поехали, поехали. А, предыдущая двойка, закончилась. 16 лет, город Владивосток, катается 3 года. И Максим Каримов, 19 лет, город Владивосток, катается 8 лет. А я напоминаю, это Гартеску Моря 2. Организованы Федерацией экстремальных спорта Приморского края и Ассоциальной организации ДМС, и также Молчок и Ван, генеральный партнер нашего мероприятия, это компания Сотни и Сыр Шеноусловых магазинов для мотоциклистика, партнеры проекта компания Ван, Уклон, Дазань, Галрайз, МСК, Риольти Центр, Мужская парикмахерская, Фирма, компания Сауда, Молчок, Квартал, Эмерси, и Артемов, и классный момент завода, отличный лимонад, отличное настроение, хорошая погода, всем бобра! А, друзья, давайте пошумим, чуть-чуть пошумим. Тем, кто проголодался, могут покушать наших друзей. Один из студий рекомендует участникам побольше делать трюков на грани, в том числе вот на этой, которая прямо рядом в студийском столе. Чтобы поучаствовать город на соревнованиях в городе Владивостоке. Отдельный респект за это. Кстати, Бронислав Тарпанов постоянно выступает на соревнованиях. Это очень круто, так что я думаю, сегодня будет интересно. Друзья, давайте больше шума. Скейтеры по последнему трюку. И следующая троечка у нас. И завершим квалификацию. Раскатаемся буквально 5 минут перед финалом и будем рубить так, как ДВМ-стим. Сделать крутые мероприятия, собирать людей, организовывать. Ну, на самом деле это очень круто. Очень классно. А, все, двоечка заканчивает. И по
последняя троечка. Троечка Бронислав Тарпанов, Тарелкин Саша. И Егор Приходько, город Хабаровск. Друзья, давайте поддержим всех, кто приехал в город Хабаровск. Троечка у нас катается здесь. Это Сашка Данилкин. Итак, друзья, давайте больше шума. Владивосток. Покажите, что Владивосток здесь. Что мы приехали из Хабаровска. Вот Бронислав Тарпанов. Ноу скрэп. Эйрвок, по-моему, он сделал сейчас. Не убейте никого, это важно. И главное, не мешайте спикерам, да? Не мешайте делать спикер. Роман, давай! Роман Русаков! Это я его сбил.
бил вообще, не надо говорить ничего. Давайте просто подождите, когда Ромка поедет, и я ваши аплодисменты, они очень помогают, и у ребят получается, это проверено. Научился, отвечаю. Я на свободе неплохо тоже получается. Рома участвует в различных концертах города Владивостока, где мы проиграем по всему поводу. А тем временем у нас 360 из Козлова Ивана, самого молодого участника из города Большой Каменки, и наши все парни. Максим, давай удиви меня. Еще не начали удивляться. Или так, давай нормально. Делай все тихо, я знаю, что ты можешь. Засчитано! 540 соло играет от Михаила, новоиспеченный жених. Поздравления молодоженам! Вау, прикольно-то как вообще! Молодец, Влад! Зрители, давайте больше крику! Ребята, я напоминаю всем, кто проголодался, можно покушать отличные сырки, чтобы в этом месте формируются. Вау! Ребята, подходите, покупайте, если не будьте голодными, но потратите живой коктейль, и всем остальное. А тем временем у нас сказать, что не время осталось, и вот и все. Учить очень мечтите вы. Давайте покажите все, что вы можете. Рома, набирайте мечтки и делите все, что вы можете. Молодец. Ну можно чисто прям покалить. Подготовленный боец, в общем. Владивостокская школа. О, соул там рвало, и что это было? Больше шуму, друзья, поддерживаем участников. Считаем, как это легко, как вам кажется, это снимали виды спорта. На концерте «Поля 2» отпускаем мы из вас. Это день молодежи, друзья. Это было 270 рояль волевом топ-шоу. Никто как ничего не понял, кроме самих роллеров. Рояль я понял, пианино такое крутое. Давайте что-нибудь придумайте там интересно, и, наверное, уже можно подвести будет итоги. Рома, придумай что-нибудь интересное. Давай, сделай это чисто. Давай, сделай это чисто. Не было претензий. Я знаю, что ты можешь. Жена Миши заботится о муже. Смотрите, как он отличный пример семьи. Вау! Так, ну давай, давай! Отлично! 360 Олег Топ-Соу в квотере. Попросить водички от компании «Славда» и все хорошо. Стильтехника, все есть. Отлично! Олег Топ-Эйси, ну просто это... Записывать, засчитывать. Это тоже было 360?
360, да? И то же самое 360 на Лёх Саннидей. Чисто просто хочет первое место. Слушай, повтори, пожалуйста, Кирилл, повтори. Ты бросишь чисто в подборку. Да, да, чисто, чтобы ты был президентом сегодня. На победу. Да делай. Отличный движок от компании «Сэнни». Сегодня у нас там есть DC, экшн-камеры, фоторамочку, все суперкрутые вещи, плейеры, много-много и другое. Отличное мероприятие, это далеко не все. У нас очень много партнеров сегодня. Как всегда, отличный движок. Знаете, как у вас будет поездка на одном колесе Козлова Ивана 12 лет. Ну тогда камеру подали, кто сожрел 720. В общем, встречаем Кирилла. Максимак доделывает. И Кирилл сейчас попробует, да, добрать. Давайте поддержим Кирилла Кузнецова, 19 лет. Братья, ты в море окажешься, друг. Сильно 180. Ребят, давайте по финальной попытке. Я отличный крючок от Ивана, 13 лет, большой камень, ты меня действительно с этим не любишь. Отлично, 540 стейки. Влад не зря занимался тайским боксом, видно сразу, техника. Тайский бокс выручает. Ну все, ребят, я думаю, что там, еще одну, ну давайте все по последней. И ну чуть-чуть, Макс. Давай дадим ему еще одну попытку. Давай. Это стоит досмотреть до конца. Поддержи Макса, он просто разбивается, парень. Все ради победы. По крайней мере, призового места. Влад, уже все видели твою растяжку, все хорошо, засчитано. Ребята, кто не зарегистрировался еще, подходим к судьям, там, в категориях МТБ или BMX, юниоры, регистрируемся. Сегодня будет круто. Опять не хватило приземления. Дэн, строй, пожалуйста, в следующий раз побольше вот там вот это. Хорошо, я в следующий раз здесь побольше построю. Летает в море, парни, вообще. Ну что, ребят, все там, или еще кто-нибудь что-нибудь покажет, уже надо завершать. А тем временем скейтеры готовятся к финалу. Макс, Макс, у Макса последняя попытка, крайняя, крайняя попытка. Вот это все четко вообще. Смотрите, сразу зашел на трубинку. Какой молодец. Ребят, кто-нибудь еще или муж, все? Муж, извиняюсь, поправляет. Муж, да. Да, действительно, муж уже. Супер, Дрюха тоже. Мне кажется, Миша Шишенкова будет. Миша Шишенков, пока муж. Вот Макс, если станет женихом, тогда доберет. Макс, ты Шишенков. Есть! Это